Начинается эта история с одного славного датского городка по имени Рибе. В этом городе родился великолепный воин, который впоследствии стал царем. Имя ему Данванмих. И это история о нем. Лорд Данванмих всегда любил свой родной город, где он родился, провел свою юность и научился тем боевым навыкам, без которых наверняка бы не выжил в своей юности. Но сейчас он уже не мальчишка. Он лорд, и он должен выполнять свои обязательства. Первым же делом, так как Данванмих является настоящим ярлом, он купил судно, на котором он сможет перевозить своих воинов для дальнейших войн с дальними землями и королями, которые возомнили себя наследниками Римской империи. После того, как Данванмих приобрел судно, следующей его целью было нанять солдат для верной службы. Ну и, конечно же, после тяжелой работы, лучшим отдыхом для потомка Одина является жаркая битва с такими же по силе воинами, как и ты сам. И хоть среди обычного люда и ходят легенды о том, что вождь их Данванмих бессмертен, и о том, что он голыми руками готов победить медведя, это всего лишь слух. Вождь такой же человек, как и все. А раз вождь такой же, как и все, это значит, что он и проигрывает так же, как и все. Будучи ответственным за все свои земли, ярл лично решил проведать деревни на наличие бандитских шаек, которые мешают развиваться его славному королевству. Убедившись, что в самих деревнях все хорошо, а крестьяне имеют что есть и что пить, король Данванмих решил, что стоило бы проверить окрестности возле деревень на наличие бандитских шаек, которые могут делать налеты в те моменты, когда армия короля занята более важными делами. И все же сделано это было не зря. В лесах водилась жалкая шайка бандитов, которая мешала жить обычным крестьянам. Но теперь ей никуда не скрыться от армии великого короля Данванмиха. Командуя войсками, Данванмих приказал занять оборону на холме, сомкнув щиты в единую защиту, которая не пробьет ни одно оружие, существующее на земле. Теперь воины короля готовы сражаться за крестьян, которые так исправно платили налоги все это время. Наши люди не будут страдать, бандитов же ждет самая страшная смерть, которую они могут себе представить. Они падут на поле боя, а их тела будут гнить и поедаться паразитами и дикими зверями. И даже так они принесут больше пользы, чем грабя и убивая ни в чем не повинных людей. В бою с обычными
ничем не примечательными дикарями, лорд Данван Миф был сброшен с собственного коня. Какой же позор! Никто никогда не опишет, как тогда на него посмотрели собственные бойцы, которые шли за ним в атаку. Единственное, что подняло дух отряда в этот момент, что с ранами по всему телу, сброшены с коня, вместо того, чтобы прятаться за своими бойцами, лорд Данван Мих ринулся в бой, взяв в руки щит и меч. Умело командуя своими войсками, он смог построить непреодолимую стену щитов и тем самым остановить наступление варваров. Пришло время для контратаки. Воины, не задумываясь о своих жизнях, семьях, родных и близких, ринулись в бой только потому, что так сказал их вождь. Это называется преданность и сплоченность. Это войско Данван Мих. Успешно контратаковав, теперь уже пришло время для нашего наступления. Эти бандиты не скроются. Они будут уничтожены все и до единого. И больше никогда, никогда не смогут терроризировать мои деревни. Эти бандиты не являются соперниками армии настоящего короля. Столкнувшись с реальной угрозой, они бежали с поля боя, словно испуганные овцы, бегущие от дикого разъяренного зверя. Но догонять их было бы оскорблением моей чести. Пусть они бегут и разносят весть о том, что случается с теми, кто нарушает законы Дании. Теперь они знают, что в Дании не существует беззащитных деревень.